Эй, пс, здорово, последняя цифра твоего лайка на этом видео покажет, кто ты из мелом плейграунд, а последняя цифра твоей подписки на мой канал покажет твой предмет из мелом плейграунд, поэтому спускайся прямо сейчас вниз, подпишись и поставь лайк, посмотри на экран, обрати внимание на последнюю цифру твоего лайка и твоей подписки, и напиши в комментариях, кто ты из мелом плейграунд, все просто, если твой лайк 8, а последняя цифра подписки номер 5, то ты лимон с кактусом. Прояви свою фантазию и приятного тебе просмотра. И здорово, дорогие друзья, ты на канале Мелан Фонг. В этом видеоролике мы с тобой поговорим про концепт на новые шприцы в Мелом Плейграунд. Но перед началом видеоролика я, как всегда, хочу сказать огромное спасибо вот этим и вот этим вот ребятам за то, что они попали в мой видеоролик. И если ты хочешь попасть в мой следующий видос, то все достаточно просто. Все, что тебе нужно сделать, это подписаться на мой канал, поставить лайкосик, написать свой топовый комментарий. Ну и не забудь подписаться на телегу, ссылочка как всегда в описании. В общем-то, я не буду тянуть твое время и приятного тебе просмотра. Итак, друзья, в этом видеоролике я тебе покажу очень интересные концепты на обновление шприцов. Я надеюсь, что ты уже подписался и поставил лайк, потому что я очень старался над созданием этого видеоролика. Для тебя это просто, а для меня очень важно, уж пойми меня за просьбу. И давайте перейдем к первому шприцу. И первый шприц у нас называется магнитный. Это очень интересный шприц. В принципе, текстура у него довольно-таки простая, но в принципе симпатичная. Такая в красно-синих цветах. Я думаю, очевидно, ведь обозначение красного и синего — это обозначение магнитных полюсов. И я думаю, что суть этого магнитного шприца вполне понятна и очевидна. При вкалывании этого шприца мелом начинает обладать свойствами магнетизма, то есть к нему приближаются, присасываются различные металлические предметы. Они присасываются к мелону до тех пор, пока он все еще живой. Как только сердце мелона перестает биться, так в эту же секунду шприцы перестают обладать свойствами магнетизма. Оцени от 1 до 10 этот концепт на шприце магнит. Лично мне кажется, что это очень интересная работа, в принципе очень интересный шприц, и я бы хотел, чтобы его добавили в игру. Что ты думаешь по этому поводу, обязательно пиши в комментариях. Ну и давайте перейдем к следующему шприцу. Следующий шприц называется световым, и это очень интересный шприц, по моему мнению. И как по мне, его было бы очень круто добавить в Мелом Плейграунд. В общем, суть этого шприца заключается в том, что при контакте шприца с NPC, NPC начинает соответственно светиться. И очень круто он начинает светиться, особенно в темноте. Обратите внимание на экран, как это будет примерно работать. При вкалывании шприца в NPC он начинает светиться, и при этом можно задать абсолютно любой свет, допустим цвет зеленый или желтый, в принципе любой, который вам захочется. Мне бы очень хотелось узнать ваше мнение по этому шприцу, потому что как по мне, это просто очень забавно и интересно. Возможно, это не стало бы пользоваться спросом или не обрело бы какую-то популярность среди пользователей, однако как по мне, это просто-напросто интересно. Ну реально прикольно было бы добавить что-то подобное в игру, и быть может, какое-то применение игроки нашли бы этому шприцу. Свое мнение, конечно же, пишите в комментариях, оцените от 1 до 10 этот шприц, и давайте перейдем к следующему шприцу. Следующий шприц называется шприцом взрыва, и суть этого шприца заключается в том, что при контакте его с мелоном, мелон начинает обладать элементом взрывоопасности. Сейчас я объясню, как он будет работать. Допустим, ты вкалываешь шприц в мелона, как показано на экране. И теперь это не просто мелон, это ходячая бомба. И при контакте его с любым предметом или мелоном, он начинает жестко взрываться. Вы просто посмотрите, как это очень интересно было бы посмотреть в Мелом Плейграунд. Мне кажется, это было бы просто максимально здорово. Что ты думаешь по этому поводу, обязательно пиши в комментариях. Оцените шприц взрывоопасности, взрыва в принципе в комментариях. Ну и также обязательно напишите в комментариях, какой шприц вам больше всего понравится из этого видеоролика, и какой бы шприц вы бы хотели добавить в игру. Ну и давайте перейдем к следующему шприцу.
Следующий шприц довольно-таки банальный и простой. Это шприц заледенения. Возможно, кому-то это понадобится, быть может, это кому-то было бы интересно. В общем и целом, мне все-таки хотелось бы увидеть его в игре. Шприц льда довольно-таки простой и на самом деле банальный. И сейчас я объясню почему. При вкалывании этого шприца мелон просто-напросто заледенеет. Ничего с ним больше не будет, он просто-напросто превратится в ледышку. Способов заморозить мелоны и существует множество на данный момент. Ну как множество, их существует и три. Но неважно. Я думаю, что четвертый способ при помощи шприца не помешал бы. Особенно было бы прикольно увидеть, когда шприцы при вкалывании в водяной пистолет начинают иметь свойства заледенящей воды. В принципе, я думаю, звучит сложно и непонятно, но я думаю, что это, в принципе, просто-напросто интересно. Свое мнение, конечно же, пишите в комментариях, оцените от 1 до 10 этот шприц, и, в принципе, я бы его оценил, наверное, на шестерочку, потому что все-таки это довольно-таки банально. Но почему бы и нет, ну, ребят, в самом деле. Ну и давайте перейдем к следующему шприцу. Следующий шприц — это шприц огня. Довольно-таки тоже банальный, но интересный шприц. В принципе, объяснять, как он работает, я думаю, не имеет смысла. Вы просто поймете по экрану, даже сам шприц говорит о том, что я вот и шприц огня. Я думаю, всем очевидно, как он будет работать. При вкалывании этого шприца просто-напросто мелон начинает загораться, и он моментально сгорает. Ничего здесь в этом необычного нету, и в принципе, я думаю, что говорить об этом шприце долго просто-напросто нету смысла, потому что он на самом деле не очень-то и интересный. Ну что можно рассказать об шприце огня? Ну он просто вкалывается и горит. Все очевидно и просто. Напишите в комментариях, хотели бы вы, чтобы шприц огня попал в игру, и какую оценку вы ему дадите. И давайте перейдем к следующему шприцу. Ну и следующий шприц — шприц рандома. И как по мне, это очень интересный шприц. Наверное, самый интересный из всех. В общем-то, суть этого шприца заключается в том, что при вкалывании его в NPC, он начинает выдавать различные рандомные физические явления. Например, мелон резко сгорит, или NPC резко начнет замораживаться, или просто-напросто взорвется. Или в него, например, попадет камень, откуда-то вообще непонятно откуда. В общем-то, рандомный шприц, непонятно, что от него ожидать. В принципе, рандом. Это, в принципе, и есть название этого шприца. И я думаю, что это просто было бы интересно и забавно, как мне кажется. Что ты думаешь по этому поводу, обязательно пиши в комментариях, и какую бы ты оценку поставил этому шприцу. Лично я поставил бы ему просто 8 за как минимум идею, потому что идея на самом деле забавная и интересная. Ну и давайте перейдем к последнему шприцу. Ну и последний шприц — это шприц бешенства. При вкалывании этого шприца мелон начинает становиться максимально просто плохо, и максимально быстро это все работает. Его просто начинает калашматить по всей карте. Ну, в принципе, это и суть бешенства. Из него начинает выходить пена, там его начинает ковылять по карте, он начинает мочиться под себя. В общем-то, все странные вещи, связанные с бешенством, все происходит именно в этот момент при вкалывании этого шприца. И как по мне, это просто забавно, было бы интересно. Это прикольный шприц с рандомом, который идеально, мне кажется, вписался в концепцию Meown Playground. Опять же, свое мнение, конечно же, пишите в комментариях. Лично я поставил бы этому шприцу оценочку 7. Довольно-таки прикольный шприц, прикольное физическое явление он добавляет в игру, и на самом деле с ним было бы гораздо интереснее, как по мне. Что ты думаешь по этому поводу, обязательно пиши в комментариях. Ну а на этом мой видеоролик подходит к концу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока, и помню, дружище, как всегда, увидимся на днях.